В эти дни Адыгея стала площадкой для пресс-тура, в котором принимают участие журналисты из разных стран, включая Азербайджан, Беларусь, Венгрию, Венесуэлу, Вьетнам, Казахстан, Китай, Кубу и Объединенные Арабские Эмираты. Цель этого визита заключалась в знакомстве с регионом и его достопримечательностями, в установлении культурно-образовательных связей через средства массовой информации, информирование своей аудитории о развитии Адыгеи как одного из субъектов нашей страны, возможностях взаимодействия в туризме, экономике и других отраслях. Сегодня делегация посетила Кашхабльский район, а именно аулы Герухай, где журналисты имели возможность ознакомиться с работой маслозавода общества с ограниченной ответственностью «Мамрука». Директор предприятия Руслан Мамруков радушно встретил гостей и провел экскурсию, демонстрируя процесс производства подсолнечного масла. Мы уже работаем 30 с лишним лет. Начиная с начала 90-х годов, производим масло под маркой масла «Мамруковское». Начинали с малого, производили 10 тонн в сутки масла и довели производительность до 200 тонн в сутки сейчас. Поставляем масло в 12 стран и со своей стороны стараемся, чтобы качество всегда было на высшем уровне. Журналисты проявили большой интерес, задавая вопросы о технологиях и этапах производства. Я представляю азербайджанское общественное телевидение. Я собственный корреспондент общественного телевидения в России, в Москве. У нас пресс-тур это организовывал МИД России. Они регулярно организовывают такие пресс-туры в регионах России. И вот очередной был Республика Адыгея, когда предложили, я с удовольствием принял это предложение. Мне интересно, я сам, вы знаете, мы все кавказские, я сам из Азербайджана, и интересно было вообще узнать обычаи Адыгеи, обычаи вот, черкесских народов. И я впечатлен, мы уже третий день в Адыгее, мы в многих местах были, и мне очень понравилось, и очень гостеприимный народ, я первый вот это хотел бы подчеркнуть. Нас везде хорошо приняли. Народ истории с большой буквы. У нас этот пресс-тур продолжается, и я уверен, что еще впереди еще интересные моменты у нас будут. Первый раз я вот именно завода масла, который производят. Я не видел никогда подсолнечное масло. Оказывается, это они еще доставляют в Азербайджан эти масла. Участники пресс-тура были впечатлены высоким уровнем технологий, используемых на заводе, и тем, как это влияет на конечный продукт.